Всем доброго времени суток. Ну что, солнышко чуть встало. На кухне разобрался. Ну что, я возьму сейчас... Сегодня белку не 4 года. Ровно. В августе был как год, как она у меня. За этот год она очень сильно изменилась. И поменялась в лучшую сторону. Сейчас в последнее время, конечно, она очень ревнует. И так далее. И так далее. Мы сейчас поедем... На один овраг съездим, по ручью пройдемся. Возьму я старших, возьму Златку и Белкуню. И пройдемся, прогуляемся. Ну, а по дню рождения и кормежке праздничного стола, я думаю, что все на канале кухни. Я покажу прямой эфир, я буду делать там. Вот, потому что надо уделять... Внимание двум каналам, и там люди, как бы, Каюрчика здесь поздравили, Белкунь я поздравлю там в прямом эфире. Все, я собираюсь, выхожу, девок забираю, хотя они все спят, поедем прогуляемся. Машина вся в России. Ну ничего, сейчас мы быстренько все это сделаем. Так, ну что... Не скулить. Тихо. Роса какая. Мокрая еще. Так, бегайте сейчас 2 секунды. Все, подъел, молодец. Белка. Четырехлетняя белка. Белый, иди гуляй. Контролит ее. Давайте по туалету. Каюрван. Двухлетний. Сейчас не успеем оглянуться, как и Чизи год будет. Все, по туалету. Солнце только встало. Сейчас. Давайте по туалетам и мы поедем сейчас. Это вкусняшки сейчас дам, чтобы их закрыть. Так. Такие подвинем, да? От Любовь Николаевна. Еще есть, вчера давал. По 2 штучки. Да, Каюр, ты поешь, можешь вечером. Выходи, Каюр. Деловой. Каюр. Злат, хватит у него там все. Пойдем. Дел, ты будешь там охранять машину? Не-не, мы поедем, Бел, с тобой. Со Златкой это. Так, и... Так, и ты морковку получаешь. Тихо. Ну-ка, давай. Ты лохматинь сюда принесла? Сядь. Нет, сядь. Сидеть. Голос. Я вам тоже сейчас дорогу возьму. Хотя мы быстренько. Нет. Нет, Злат. Че машина сядет? Знаете, если пустили вольер... Значит, надо садиться в машину. Иди садись, Бел. Садись. Бел, садись. Молодцы. Все, умница. На улице 5 градусов. Поедем. Прогуляемся чуток. Сейчас мы на марше. Я сейчас мы заедем сначала на овраг, скорее всего, там норы. Тогда я Лайму и Аду очень долго ждали. Мы тогда с Денисом были на охоте ночью. Они занорились, и мы так долго пробыли. Ну, там уже, наверное, с норниками-то все уже забрали. Может быть, не знаю. Может быть, уже там никто не живет, уже не норится в этих в этом городке. Ну, мы зайдем, посмотрим. Машина практически будет рядом стоять.
Потом на запруду Бобровую зайдем. Ну и так чуть по полю закружим, посмотрим. Тут у нас свинофермы, вот эти вот комплексы. Тут все они, конечно, сеют озимы и то и все. И как бы это. Тут эти терева водятся. Ну, понятно, что обрабатываются поля, делаются поля, вот косится и трава, и все. Поэтому зверь и держится. Ну, такой вот птица, зайцы, лиса, енот. Енотовидная собака, если точнее быть. Вот, он даже впереди, не ошибаюсь, К-701 с плугом. Во всю дорогу едет. Да, 4 распашника у него. Или 5 распашников. 3-5. Кашечка. Здесь вот с правой стороны, вон там лес уже, это не наш район, это Рузовский район. Поэтому я здесь всегда переживаю, как бы, если что-то подцепят, погонят. Но там река, там не даст. Если что, объедем, доедем, это не проблема. Вот. Мы потом по ручью пройдемся. Ну, такой план у меня, конечно. Посмотрим, как, что будет. Жизнь покажет. Сейчас посмотрим. Хочется. Я тут бываю раз в год, но как бы по осени я посещаю здесь места в плане, чтобы собаки поработали. И... Ну, вот в таких камышах любят тут и прятаться енотовидная собака. Но если собака учует... Может быть, и что-то найдем. Не знаю. Заброшенные фермы. Мы сколько раз там ночевали. Раз спим. Ну как, сидим, не спим. И лиса по крыше фермы бежит. Все ошалели. По крыше прям, по ферме. Как она туда залезла? Мы сейчас вон с левой стороны вдалеке лес, мы туда сейчас съедем. Ковраг. Вон четырева летят. Я же говорю. Две штуки. Вон они, тетерочки. Ай, красавицы. Сейчас сядут, наверное, на березы. Нет. Вон сейчас перелетать будут дорогу. Тра-та-та-та-та крылышками. Тра-та-та-та-та-та. И на поле сейчас где-нибудь сядут. Летели он. Ну ладно, бог с ними. Дорога здесь грейдерка, прям как в Карелии. Ну вот сейчас по бездорожью, по полю, в лесок там встанем, одену радиоошейники. Солнышко только встало. Пойдем чуть-чуть прогуляемся, посмотрим, что чем тут дышит. Разведка, короче, перед сезоном, ну в сезоне. Хоть посмотреть, чтобы знать, есть смысл, нет смысла. Я люблю сюда ночью приезжать, ночью походить. Вот. Сейчас увидимся. Заросшее поле уже. Ну так, тут немножко перелесок такой. Это все поле. Но оно заросло. Мы обычно сюда раз направо. Ну, кто из старых видео помнит, я всегда сюда. Сейчас мы по прямой прям встанем. Тут нора недалеко. Ну, я сейчас собачек спущу. Ну, по кругу туда. Мы потихонечку прогуляемся. Так. Как мне встать, чтобы машина особо... Тут вроде ничего такого. Заросло все. Вода не примят. Трава не примят. Вода, говорю, не примят. Ну и все. А там дальше по прямой уже норы. Орешник там, это. Ну мы зайдем, посмотрим это все, конечно. Одевайся. Морда. Все, закрывай.
Златка. Злата. Пойдем. Злат. Злат. Пойдем на нору зайдем. Пойдем. Сухой лес. Шумный. Часов 7 я тогда копал собак здесь. Лайм и аду. Живых нет ничего. Тут такой овражник. Ох, повыкапывали, ребята. Ох, повыкапывали. Вот засранцы. Вот, посмотрите. А засыпать кто будет? А? Бессовестные. Знаешь, уже давно. Но повыкапывали все. И разрушили все норы. Вы представляете? А засыпать кто? А если он придет жить опять? Не себе. Вы видите, старый отнорок. Все повыкапывали. Вот так у нас добывают барсука. Уже, конечно, давнишний есть. Зеленый уже. Но можно сказать, что городку хана. Видите, что творится? Добываем и бросаем. Собака провалится. Как она оттуда выберется? Вот с этой ямы. Хотя может, но ловушка, можно сказать, для охотничьей собаки. Я уже молчу про норных собак. Человек-то упадет. Я не думаю, что вот так вот пожилой человек нельзя лайма, не этот, злата. И не выберет. С этой-то еще она выпрыгнет. Может быть, с этой поклонистой. А так, все, хана. Собака будет, ну хорошо, если норная собака будет орать. Она не выпрыгнет отсюда. Человек не выйдет. Вот тут дерево есть, еще может зацепиться. А любой другой дикий зверь попадет. Ой, охотнички, блин, засранцы. Рожи бы тыкнуть туда, в эту яму, чтобы засыпали за собой. Специально же восстанавливают. Добыли барсука, но сделайте перекрытие, засыпьте. Вообще просто засыпьте и все. Даже не надо ничего делать. Восстановите норы. Взяли, нет, насрали и ушли. Одним днем живут охотники. Вот такие есть у нас охотники. Взяли и все. Бессовестные. Не себе. Все в одно лицо. О других не думай. Мы не думаем о будущем. Что зверь может прийти на свои старые норы, найти здесь как раз место хорошее, сделать. Он сделает быстро норы и будет жить здесь. Нет, взяли, пофигу на будущее. Солнышко встает уже. Сейчас мы пройдем до запруды, там про чуть-чуть. Потом переедем и по другому ручью прогуляемся. Шурстите, шерстите. Искать, 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 Злат. Тут связи практически нет. Он тут дозвониться не может. Белку почесал. Искать, Злат, искать. Белка оделась хорошо. Пушистая вся. Златка тоже одета. Одевается. Искать, 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 искать. Там раньше поле для кабанов пахали. Не знаю, распахали, нет. Тут есть осина. Пусть они гуляют. Все, пришли. Белка идет, да? Пришла. Молодец. Пойдем дальше. Вперед.
Вперед, искать, искать, искать. Злата. Вперед. Иди, проверь. Пошли. Вперед. Давайте, овраг, проверьте. Вперед. Вперед, искать. Бобер осинки точит. Точил, не очень свежие. Тут ручей внизу. Злата уже искупалась. Шлепает. Ну пусть смотрит. Раньше на этот овраг я всегда приезжал как в магазин. 5 минут делов. Я еще назвал овраг магазин. 2-3 енота за вечер. Красота, синий лес. Искать, иди направо, давай искать. Клёны, вот это, наверное, дуб. Или что это? Вот это клён. Он самый красочный у нас. Берёза так. Искать. Что ты на меня смотришь? О, люди просыпаются. Искать. Это еще тоже клён. Клён. Летит тоже кукушка. Давай. Где ты там лазишь? Сейчас на воду выйдем. На запруд бобровую. Вот там дамбочка такая. Проезд был внутри там. Такой нормальный овражек там. Вот еще запруды его. Болото. Много подрубил уже. Вот это упало, но не до конца зацепилось. Вон сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все повалит здесь. Вот эти все осины завалит. Вышли на более чистую воду. В одном месте можно подойти по дамбе, что я говорил. Шлепает где-то белка. Лосики ходят здесь. Вот, смотрите, след. Перетекает. Златка поплашу уже. Злата, а тут кто был? Муть пошла. Ты тут? Что, кто-то нырнул? Видите, задел он здесь. Чтобы не вытекало. Уровень воды не падал. Тут бобра много. Но у нас нет лицензии. Поэтому он нам не интересен.
Да, там глубоко. Думаю, шутки будут сидеть, нет. Пойдем дальше по ручью. Да, пахнет, запаха тут много. От этих бобров. Так, уходим отсюда, все. Злата, пойдем. Злата. Все, пойдем. Бел, пойдем. Пойдем. Пойдемте. Пошли вперед. Пошли вперед. Бел, вперед. Белая. Белая, иди ко мне. Белка. Белкунья. Какая упрям. Пошли. Давай вперед. Пошли, пошли вперед. Все, и проверить надо. Белая, пошла вперед. Тут ручей вот справа внизу течет. Вот. Мы обходим поле. Там он лес, где мы были. И вот сейчас идем. Сейчас вот откроется простор полей российских. Душа. Царица полей. Вот здесь ручей. Камыши. Вон поля. Просторы полей. Нескончаемо. Дубки. Дубки, дубки. Белконь, ты особо далеко-то там не это. Так. Перебралась. Тут озимые. Зашли хорошо. Там лужа. Сейчас обойдем. Бел, белкунья, то она сейчас включит этого. Иду сама куда хочу. Бела, белкунь, Златка, Бела, Бел, Бела, Бел, пойдем, пойдем, Белка, Бела, Бела. Бел, пойдем. Как медведь прет. Бел, пойдем. Бела, белкунь, пошли. На той стороне еще. Пойдем, 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 моя девочка, пойдем. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Четырехлетняя особь. Самая старшая в стае. Чуть больше года у меня. Я думаю, большие изменения в ее жизни. И она поменялась. Сейчас какую-то ревность она включает после, как меня долго не было. Очень к Чизете она, конечно. Та ее доводит, троллит. Бел, Бел, пойдем. Пойдем, Бела, белкунья, пошли. Бела, Бел, пойдем. 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 Аида. Пойдем. Так, тут что у нас за болото? Злата, а что это у нас за болото впереди? Вперед, 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 вперед. Камыши выше крыши, а? Вперед. Вперед, пропрем мы через них. Какие камыши. Выше роста. По 3 метра. Господи.
Стоянка, кто-то стоял здесь, умято все. Стояли люди. Кострового не вижу. Может, там на поле, может, засидки, может, не знаю. Ты что, пришла и легла? А? Устала? Чего ты? Пойдем сейчас к машине. Пойдем вперед, 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 вперед. Где там белка? Хот-хот! 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 Догонит. Идешь? Пойдем, пойдем, нечего там. Прошлись, прогулялись, проверили, посмотрели. Кормовая база есть. Попробуем ночью. Пойдем, Бел. Попрыгуни. Молодца. Пойдем вперед. Вон Златка впереди ждет. Я иду, иду, Златка. Иду. Мы на тот ручей, не знаю, не поедем. Поедем сейчас домой. Сейчас глянем. А то и... Ну, лучше вечерком, да? Попозже. На вечерку поедем. Наверное, возьму юрбанщика и белкушу. Не знаю. Златку хочется взять. Все хочется брать. Сезон охоты открытый. И хочется прям все. Хочется все-все. И сразу, и много. А всех брать я их не соберу. Это будет дурдом, а не охота. Ладно, мы сейчас поедем за вкусняшками. Заедем. Белкуня сегодня проставляется. Прямой эфир, я как сказал, пущу на кухне. С проставой белкуши. Вот. Всем спасибо за поздравления. Да. Фух. Так. Магазин должен быть уже скоро открываться. Подходим мы к транспорту уже с другой стороны. Нормально. Прогулялись, проходили. Собаки скоро будут расходиться. Сейчас будут нахаживать, нахаживать их, чтобы были в тонусе, в спортивной форме. Активные, резвые и так далее. Нашла машину? Молодец. А Каюр ходу мимо со своей подельницей. Ази вот. Сейчас, сейчас. О, надо палку за это еще купить. Так что дел у нас полно. Молодцы. Вы меня радуете, уже второй выход. Сейчас я все буду убирать. Ну что, посмотрим, что вы там набегали, наскакали. Уже знаете, да, что надо подходить, сдавать ожерелье. Бел, поди ко мне. Что-то какая-то зеленая. А, морда. На зарядку еще раз поставим. Так. Белка находила 6.80, скорость 8.06. Не быстро. Спокойно находит. Златка 7.460, скорость пошустрее. 10.540. Средняя скорость. Все.
Все. Морда. 4 года тебе, 4 года. Год и сколько? Год и 2 месяца у меня. Ровно. Год и 2 месяца. 2 августа я тебя забрал. Да. Ну ты-то у меня давно. Тебе скоро 3 года, да. С таким-то чавальником. У-у-у, Златуха. Молодец, молодец. Все, садитесь. Давайте я уберу. Так. По вкусняшке, да, вон? На. На. Бел, на. Ты будешь, я знаю. На. Не. Морда. А, Златка. Коста, блядь. Пусть ест она тогда. Не хочешь, как хочешь, не ешь. Не хочешь ты это есть. Все, поехали мы дальше. За вкусняшками. Для стола, да? Ну, все, поехали мы. Из лесу. Надо заправиться. Заправку за вкусняшками. Если не заправиться, как я буду ездить с ними на охоту? Таскать их сейчас. Возить их же надо возить. Поэтому тут никак. Не до шику, конечно, но живы будем, не помрем, как я говорю. Так, налево вроде нам. Ладно, тетерок видел. Вот двух тетеревов, и то уже здесь приятно. Все равно каждый выход что-то я вижу. То гуси, то тетерева, то утки. Незабудки. Ладненько. Ладно, этот ручей оставим на следующий поход. Выход на прогулку. Сколько соломы заготовили. Вот. Как он туда ехал, сидел, хищник. Вот здесь вот ручей течет. По бычагам ходить. Вот этот ручей, вот, пройти по нему там. Туда 4 километра, так по нему пройти. А и обратно. Может, собачки надыбают по бычагам, там он там березки, там пруд около этих березок, там топь, там утка стрелял раньше. Ладно, двигаем за вкусняшками. Магазины уже открылись, может, сейчас что-нибудь мышкадыки есть, говяжьи, колтыки. Заправиться, и палку надо купить, не на щетку, новую обязательно, нам зайдут на рынок. Подметать у них. Так, ну все, я купил. Приеду, попробую. Должно быть все четко. Поехали за вкусняшками. Метла будет в сборе. О, сколько мяса гуляет. Курятины. Кормят люди, фотографируются, хорошие снимки делают. Памятник Николе Можайскому, защитнику города. Так, заправимся. Сейчас открою. Так, за вкусняшками. Ой, посмотри, что там есть. Белкунья накрывает поляну. Так, теперь надо глянуть у рожку. Вот это здесь они, если он есть ихний, этот лучше они едят. Так, сделаем творог на 2 раза. Целый пакетище. Фарш я взял. Хочу суп с фрикадельками все-таки сделать. Чуть-чуть фаршику взял. Вот, ну и вкусняшки. Будет у них сегодня рубленная голова с творогом. Но это будет на другом канале. Так, маску я убираю в карман. Все, поехали. Творог я последний весь забрал. Как было 8 пачек, я так 8 пачек и забрал. Ну все. Мы разлазились.
Бывает, около магазина тоже Златка его провожает. Вау-вау-вау. Ну все, господа товарищи, наливайте валерьянки за здоровье Белкуни. Вот, белянки. Валерьянки за здоровье белянки. Вот. А так, увидимся. Сейчас здесь вы все посмотрите. Я прям в этот же день, просто я с раннего утра уже на ногах в лесу, поэтому выпускаю, а потом будет прямой эфир по съеданию праздничного стола от Белкуни теперь в честь ее 4-летия. Возраст сильный, хороший. Буду надеяться, что она будет радовать меня и вас разными показателями в охоте и так далее. Ну все, всем пока-пока. Жду на прямом эфире, на праздничному столу. Все, увидимся.